Я нашел шута колпак, когда разгонял бродяг. Шлем стальной, конечно, вещь, но натер Ивану плешь. Потому я его снял, шапочку чуть-чуть размял, на башку его напялил, симбиоз велюр на стали. Две косички колпака, змеевидные слегка, озорной юлят по ветру, пора двигать по сюжету. Персонаж ту дверь таскал и горшком атаковал. В карманах носил мачете. Дропнул он его в кювете. Здоровенная елда. Можно ей колоть дрова. Если сильно размахнуться, и приятели загнутся. В общем, мощная приблуда. Только весит пару пудов. Я ее пока припрячу, сил скоплю, всех раскорячу. Местность этого села вся цветами поросла. На асфальте лютики дарят радость путнику. Всем известная мадам променад совершает там. Начиталась вредных книжек, собрала вокруг детишек. Не дает прохода Ваня. Может, ей букет сварганить? Или может для нее кружевное сшить белье? Как непросто в этом мире, не горящему задире, принимать свои решения. Снова меч там утешение. На воротах странный знак. Не открыть их нам никак. На полу шуршит записка. Транспозиции расписка. Указание ведет, за преградой древо ждет. Кто-то печку спрятал хитро, прямо дереву в живот. Надо слева обойти, поискать туда пути. По дороге пса погладить, уголек бы не потратить. Но сначала вправо путь. Тут канализации жуть. Бродит толстое зверье. Крыс из дом, ну ё-моё. Здесь лежит какой-то цестус. Рифма тут рождает эстус. Только между ними нет ни единых общих черт. Цестус – это бокс-перчатка, кожаных ремней насадка. Если хочешь ты всерьез, кулаком расплющить нос. Без отмычек Вань плохо, кто-то запер все с подвохом. Где-то ключ теперь искать? Может, бомбой дверь сломать? Нет, железка прочная, это знаю точно я. Мама, первое слово, главное слово, в каждой семье. Крыса мать в тумане ждет, кто зайдет в ее проход. Зазеваешься – порвет, жертва кровью истечет. И она кого-то съела, он с колечком шел на дело. Но теперь кольцо укуса мне послужит против гнуса. Канализационный ход мне открыл второй проход. Я понюхаю носок, чтобы вправить позвонок. За мостом я вижу пати. Все с кастрюлями в засаде. Поваров аксессуар, Ване прилетит отвар. Вдруг один из тех верзил кредо повар сменил. Превратился в лесоруба, у него пила в три зуба. Отпилить Ивану шишку попытается парнишка. Все другие повара спрыгнули с моста. Ура! Так я мал-помал ушел, по дороге лук нашел, черепов красивых кость. На тропинке ждет нас гость. No matter. Heed my words. If you've any sense, you go find a coffin to huddle up inside. You here, in this land of hollows. You're like a fifth like the others. Then go on ahead.
У него в руке дубина, рассуждает он учтиво. Посоветовал мне в гроб, чтобы не словить озноб. Непонятный ты мужик, посиди тут, еретик. Я чуть разгребу сюжет и узнаю твой секрет. А пока что шпилим дальше, позабыв неясность фальши. Кто-то в лифте к нам поднялся, круглый весь, я прям замялся. Щит с шипом, двуручный меч, не руби мне уши с плеч, лучше ты давай гутарь про свой модный аксессуарь. Кто таков, откуда пляшешь, где надыбал тыкву вашу, что в округе происходит и куда сей лифт приводит? Absorbed in thought. I am Siegvert of Katarina. To be honest, I'm in a bit of a pickle. Have you ever walked near a white birch only to be struck by a great arrow? Well, if I'm not mistaken, they come from this tower. Whoever it is, I'm sure I can talk some sense into them. But I have to find a way up. And that's just the trouble. This lift only goes down, you see, and... Well, that doesn't get me anywhere. Катаринский рыцарь Сигвард промычал, задумку хмыкнул, про березу рассказал, на стрелка нам указал. Хочет он наверх подняться, но боится нам признаться, что решение задачки привело у Мишка к спячке. Ты когда последний раз сдергивал с башки свой таз? Через щель не видно мира, у лифта два ориентира. Лифт ведет и вверх, и вниз, Сигвард наглухо завис. Ну а Ваня, как профессор, разгадал всю суть процесса. Поднимаемся на башню, тут стоит гигант, мне страшно. Но хотя он и не злой, Ване храбрость все снесло. Добрый лучник, ты же Гох, в этом мире смесь эпох. Я узнал тебя по луку. Не окажешь помощь другу? Мы с ним заключили мир. Теперь Гох для нас кумир. В радиусе всех берез нежити грозит понос. Надо к Сигварду вернуться, рассказать о лифте чудном. А, так он уже допер, как подняться на бугор. Disappear like that, you have me downright worried. Снова он сидит в задумке, что на сей раз в твоей умке. On some days I begin to doubt myself. I went up the tower, so I thought, and somehow ended up here. Anyhow, do you see that? That humongous beast. I'm no coward and I have a steady hand, but that thing makes my skin crawl. How now? Think twice before you go down that road. I could try talking some sense into him. No, I think not. He's far too overheated. I've got to use my head and think. Весь мурашками покрылся, от чудовища тут скрылся. Опасается ожогов, головой подвел итогов. Ты не бойся, друг наш милый, Ваня тоже дышит пылом. Я сейчас к нему пойду, демона водой полью, остужу смертельность жара, устраняю риск пожара.
Вот и все, закончен бал. Самоцвет с него упал. That was quite a performance. But you mustn't get in over your head. We unkindled must put our duties first. But for the moment, we've a toast to make. Сигвард тост поднять желает, мне Сигбрау предлагает. My sword and our victory together. Long may the sun shine. Побухали за победу, выучили тост за это. Well, I'm going to have myself a little nap. Битва Сигварда с Марилла. Really after a nice toast. Захрапел он от текилы. Добрых снов, отважный друг. Не проспи тут всех подруг. Ну а я пойду искать, где тут что, кого спасать. В этом доме всюду клетки, а внутри сидят скелетки. Распластали в щели кости и висят, как грейпсов гвозди. Чует Ваня тут засаду. Приготовить бомбы надо. Посшибать гирлянды с балок, избежать удара палок. Тут опять две тетки чтут, как заклятием свергнуть люд. Две почтенных книголюбки, Ваня подожжет вам юбки. Вы же вредные персоны, снять придется с вас кальсоны, отстегать ремнем по жопе, чтобы выбить твердолобие. Мантия мне не к лицу. Я ее продам купцу. Или подарю невесте, если встретимся мы вместе. Наверху колечко Флина охраняли те кузины. Если весу в теле мало, надевать его пристало. А еще там есть дубина, можно ей ваншотить в спину. Спойлер, если не тупить, можно ценный лут добыть. Если за угол зайти, можно кое-что найти. Я сейчас пойду к березе, что растет на том утесе. Тело во витаминозе жаждет сок попить в лесхозе. Вдруг откуда ни возьмись, вторгся Годрик, зашибись. Только в нашем мире он не особенно силен. Я его тихонько стукну, по башке легонько тюкну. Пальцем фигу покажу, на лопатки положу. Годрик, ты свали отсюда, я тебя не ждал, паскуда. Мне и так хватает боли, отвали, фантом разбоя. Темный дух исчез бесследно. Лязг оков его победно известил фантома смерти. На Ивана чешет жердь. Ну а вот и та береза. Нежить кружит в ее грезах. Гох мне луком помогает, стрелы рвутся под ногами. Очищение участка от плохих ребят отмазка. Рубим слева. Рубим справа, все, очистил переправу. Тут над пропастью лежит золотой кусок кости, а правее чуть вершка пепел гробовщика. Я нашел поляну с древом, буду петь на ней припевы. Мне нужна печь транспозиций. И другое пригодится.